Имеется бачок для тормозной жидкости. Имеются отметки на бачке. Справа от бачка нижняя риска обозначает минимальный уровень жидкости. Верхняя под швом обозначает максимальный уровень жидкости. Жидкость необходимо доливать на отметки между верхней и нижней. Когда у нас уровень жидкости падает ниже отметки, загорается лампочка на панели управления, так называемая неисправность стояночного тормоза. Слева на бачке имеются аналогичные отметки. Имеется тестер для измерения влажности тормозной жидкости. У него есть щуп, есть отметки, когда лампочка загорается и показывает процент содержания влажности тормозной жидкости. Работает тестер от одной пальчиковой батарейки тонкой. Отворачиваем крышку. Включаем тестер. Заводим и смотрим, что у нас процент влажности 1%. Критично, когда процент влажности показывает 3%, когда просто-напросто необходимо менять тормозную жидкость. Когда лампочки в таком состоянии, тестер можно купить на AliExpress. Ссылка на него будет под видео. Следите за уровнем тормозной жидкости и следите за ее влажностью. Не допускайте того, чтобы у вас в тормозной жидкости образовывались пузырьки.